Всем привет, друзья, с вами Дед Маус, и наверняка большинство из вас очень сильно ждали данный проект как мирачивок, потому что не выпускал я его уже около 2 недель. Я вам хочу объяснить, почему не было мирачивок, потому что, ребят, лайков набралось очень мало. За 2,5 недели набралось меньше 300 лайков, ребят, если честно, меня это очень сильно обидело, так как я на мирачивок трачу очень много времени, очень много монтажа, и, ребят, это реально, это очень обидно, так что, ребят, пожалуйста, ставьте лайки, если вы действительно хотите, чтобы Майнкрафт был, чтобы мирачивок существовал на моем канале, чтобы он процветал, чтобы я снимал эти серии намного чаще, пожалуйста, ставьте лайки. Если будет под каждым видео набираться больше 300 лайков, то я обязательно буду пилить серии чаще. Я вам честное слово обещаю, буду мирачивок пилить чаще. В общем-то, все, ребят, всем огромнейшее спасибо, всем удачи, а теперь добро пожаловать на просмотр новой серии! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дед Маус и мирачивок, поехали! Наконец-таки, спустя такое долгое время, я продолжаю снимать мирачивок, и все-таки, ребят, я отдыхал от Майнкрафта, серьезно, конкретно прям отдыхал от Майнкрафта, потому что он не до того надоел, то что это жесть. К тому же, активность на Майнкрафте именно на мирачивок тоже сильно упала. У меня за 2 недели, даже за 2,5 недели, даже 300 лайков не набралось, ребят, это очень мало, так что ставим лайки. Если вы не поставите лайк, то мирачивок вообще почти никогда не будет. Вообще очень редко вы его будете видеть. А если будете ставить лайки каждый раз, каждую серию каждый будет ставить, чтобы набиралось хотя бы по 300 лайков и больше, тогда я обязательно буду выпускать серии намного чаще. Ну, я думаю, в общем-то, вы все поняли, и я начинаю. Накопай угля, а то вообще нету. Хорошо, ребят, в общем-то, нам подписчик написал, чтобы я накопал угля. В любом случае, я его накопаю, так как, ребят, действительно, угля нету. Вот, парень, молодец. В общем, друзья, окей, я вижу, вон там дофига угля, елки-палки, сколько-то там угля. Нам нужно по-любому бежать сюда. Ну, для начала, я думаю, я убью вот так называемую вот эту курочку и поем для того, чтобы мне уже можно было бегать, так как я не могу бегать. Точное число не сказано, сколько, надо быть угля. Окей, ребят, я буду, думаю, вот эти вот 3 залежи. И я надеюсь, что мне этого будет уже вполне достаточно, так что я пробегаю сюда. И что ж, поехали. Боже мой, сколько здесь угля, кошмар! Следующая ачивка у нас такова, сделай фонтан. Ребята, в общем-то, фонтан делать такое интересненькое занятие. Я надеюсь, что у меня получится он крутой, и что же мне для этого нужно? И где мы будем строить наш фонтан? Нашел место. Окей, бежим. Намана, все хорошо, забираемся наверх. Ничего себе, мы с вами мастера фонтана. Осторожненько, осторожненько. О, да, вот это да. А ты чивка! Скриншот по своим скинам, будто наркоман. Ладно. В общем-то, ребят, следующая ачивка у нас. Стоп. Следующая ачивка у нас такова. Нам нужно построить красивый вход из ада и в ад. Не из ада, а из ада. В общем, ребят, что мы будем делать сейчас? Нам нужно сделать вход красивый в ад. Правильно? Я правильно понял. Я уверен. Получается, мы сделаем сейчас тут так. Потом идем, берем с собой немножко. А, он один. Фак. Вам не кажется, что это идеально? Плавится. Что из этого плавится? Хоть бы кирпичи. Я прошу, кирпичи. Я хочу кирпичи. Мне очень нужны кирпичи. Но, пожалуйста, я умоляю. О, уходим вниз. Давай. Где эти тупые гасты? Офигеть! Нет. Быстро освещаем и сваливаем отсюда нафиг. Сваливаем, улепетываем. Все, ребят, ой, это круто, это просто великолепно. Спасибо подписчику за такую ачивку. Уже ночь. Нет. Ачивка для Майнкрафта. Да ладно. Построй корабль или хотя бы одну лодочку у порта. Окей, ребят, нам нужно действительно к порту что-то нам подгонять. Эй, вы ж не уплывете?
Да ладно, не уплыл. Все, окей, ребят, ачивка выполнена. В общем-то, друзья, на сегодня все. Если вам действительно понравилась серия, то обязательно ставьте лайки. Помните, если мы набираем 300 лайков, то я в скором времени же выпускаю новую серию. В общем-то, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи, всем до скорых встреч. Пока-пока. Вы самые лучшие, самые клевые, самые классные.